остались в стороне от праздника и полицейские. Цветы, поздравительные открытки, а также слова восхищения и уважения от стражей правопорядка встречали ербичанок в самых неожиданных местах. Первыми в этот необычный цветочный рейд отправились участковые уполномоченные полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних. Сотрудники этих подразделений, наверное, лучше всех знают ербичанок. Кого-то в качестве подопечных, а кого-то в качестве добровольных помощниц сил правопорядка. Добрые слова у полицейских нашлись и для тех, и для других. Поздравляем вас с наступающим Международным женским днем. А службу участковых уполномоченных примите наш скромный подарок. Спасибо. Ну а уже следующим утром цветы от сотрудников госавтоинспекции стали настоящим сюрпризом для автоледи. Ведь 8 марта – это, наверное, единственный день в году, когда сотрудники дорожно-патрульной службы становятся просто мужчинами, готовыми поздравить женщин с их весенним праздником. С праздничком вас! С праздником вас! До свидания! Отметим, что поздравляли в эти дни женщины в других подразделениях отдела внутренних дел, в штабе, в отделе по вопросам миграции и в других службах. Юлия Берсенева, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев, НТС «Ирбит».